Сегодня вестник Северодвинска. Обратился в скорую, поставь медикам оценку. Контроль за качеством работы службы ужесточит реформа. Очередь есть, талонов нет. Запись к врачу в ЦМСЧ-58 стала серьезной проблемой. Спорт на большом экране. Пациентам второй горбольницы покажут Олимпиаду. Нет денег на оплату общежития. Студентам САФУ задерживают стипендию. Скорая помощь готовится к очередному этапу реформы. Здравствуйте, в эфире «Вестник Северодвинска», в студии Владимир Богомолов. На Северодвинской станции скорой помощи открываются больше 20 вакансий. Там набирают врачей и средний медицинский персонал. Потребность в дополнительных кадрах связана с реформой скорой помощи. Она повлечет за собой целый ряд новинок, каких выясняла Анна Бибикова. Едем в городскую стоматологию. Эта бригада скорой помощи обслуживает вызовы первой категории сложности. Сердечные приступы, роды, ножевые и огнестрельные ранения. В ее составе обязательно есть врач, водитель и фельдшер. А вот присутствие медсестры всегда носило рекомендательный характер. Ну, в основном внутривенные, внутримышечные инъекции. Вот, да. Там тот же сахар крови. Снятие электрокардиограммы, в принципе, обязанности все делятся пополам. С 1 июля набирать медсестер бригады скорой обяжет закон. Работать они будут в паре с фельдшером, если бригада общепрофильная, а в специализированной бригаде еще и с врачом. Внезапная смерть человека. Мы приезжаем. Здесь необходимо сразу же начинать внутривенные инъекции, что делает медсестра. Потом инструментальные, все обследования и оказание помощи. Например, там искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца. Это делает обычно фельдшер. И врач всем этим руководит. В связи с этим Северодвинская станция сейчас нуждается в 10 врачах, 5 фельдшерах, медсестрах и одном медицинском психологе, так как работа в скорой наполнена суровой романтикой. В скорой также появится специалист по контролю качества оказания медпомощи. По телефону он попросит пациентов поставить оценку медикам. При госпитализации больного бригада скорой помощи передает врачу приемного отделения с росписью карты вызова. То есть тот врач, который принимает приемное отделение, должен расписаться, что больной доставлен. И это тоже правильно, это юридические вопросы. Больного скорая привезла, взяла приемное отделение, должно быть это зафиксировано. Часть реформы скорой помощи северодвинцы уже ощутили, когда ее поделили на скорую и неотложную. Первая отныне выезжает лишь на экстренные вызовы, а вторая посылает больному участковых врачей. Вызвать докторов отныне можно по трем номерам – привычную 03, 103 и 112. Но, по словам медиков, главное в новом законе то, что скорая как была бесплатной, такой и останется. Анна Бибикова, Семен Тарасов, «Вестник Северодвинска». Медиков, правда, уже не скорой помощи, ждут и в ЦМСЧ-58. Пациенты у регистратуры выстраиваются в такую очередь, что даже сотрудники удивлены. На мерках специалисту приходится ждать часами, но и его получение – настоящая лотерея. Чтобы получить талон к специалисту, в поликлинике ЦМСЧ-58 людям приходится стоять в очереди по несколько часов. Такое явление пациенты медучреждения называют нормой и говорят, спасло бы введение самозаписи и электронных терминалов. Ксении на днях пришлось занимать очередь в 7 утра, а затем опаздывать на работу. Очень большая очередь, очень неудобно. А долго приходится стоять? Да, достаточно. Нормально так. Надо пораньше приходить. Надо просто сделать самозапись. Вот как в детских поликлиниках стоят вот эти вот. Мне кажется, так же надо сделать. В ЦМСЧ говорят, очередь – явление обычное и для других поликлиник. Создают столпотворение за номерками пожилые северодвинцы. Если всего за год в поликлинику поступили около 400 тысяч обращений, то более 100 тысяч из них именно от пенсионеров. Упростить систему получения номерков планируют в течение этого года. Будет сделана и электронная запись, и будет проведена запись через инфомат. Единственное, что хочу сказать, что количество талонов от этого не увеличится, потому что количество талонов, которые мы предоставляем работающему населению и пенсионерам, зависит от количества врачей. А вот количество врачей в поликлинике ЦМСЧ не увеличится. Пожилым горожанам в учреждении советуют не создавать очередей и обращаться за талонами к врачам после 8 утра, когда основная часть людей уже пройдет. А талонов обычно хватает на всех. Так называемые инфоматы уже появились в лечебном учреждении. Их подключение – дело ближайшего времени. Сергей Курбан, Семен Семигулин, «Вестник Северодвинска».
Спустя 2 месяца работы – первые результаты. Накануне о проделанной работе и планах на оставшиеся 2/4 с главой города поделился директор кадетской школы Александр Шубин. Напомним, он был назначен руководителем учреждения в декабре прошлого года. Директор Москвы кадетской школы имени адмирала Котова Павла Григорьевича, капитан 2-го ранга запаса Шубин. Здравия желаю. За учебно-воспитательный процесс спокоен, за школьных спортсменов рад, рабочий коллектив в порядке. В течение 2 месяцев Александр Шубин привыкал к новой должности, анализировал дела кадетской школы. Беспокойство у директора сейчас вызывает больше материально-техническая база, особенно кровля младшего блока, где в прошлом году появились протечки. Сейчас, в настоящий момент, они прекращены, потому что на первый слой крыша покрыта. Остается в этом году, с наступлением хорошей погоды, сделать крышу капитально, так, чтобы исключить эти самые протечки воды. Также необходимо привести в порядок пол спортивного зала. Ребята занимаются здесь дополнительно до позднего вечера, а затем отремонтировать несколько помещений для младших классов. Все это кадетская школа собирается сделать при поддержке Северодвинской администрации. Решение ряда вопросов учреждения мэр поручил взять на контроль своему заместителю. Болеть не только фактически, но и за российских спортсменов смогут пациенты 2-й городской больницы. К просмотру состязаний в прямом эфире там все готово. Для поклонников спорта оборудовали целый зал, но для пациентов это пока сюрприз. Мечтает увидеть открытие Олимпиады, но боится, что не сможет. В палате Петра Букаева нет телевизора. Северодвинец лежит в хирургическом отделении 2-й горбольницы. О том, что соревнования будут транслировать на большом экране специально для пациентов, пока не знает. Ну, во-первых, мне виды спорта нравятся практически все. Начиная лыжный спорт, я и на лыжах ходил. Мне и бокс нравится, я сам и боксер был. Так что все виды спорта мне нравятся. Но я думаю, выйдем из положения. Телевизор все равно найдем. Вместо маленького телевизора в горбольнице уже появился вот такой большой экран. Теперь с помощью проектора и кабельного канала пациентам покажут трансляции некоторых соревнований. Смотреть Олимпиаду будут в этом большом зале. Он рассчитан на 160 человек. В свободное время от процедур прийти сюда смогут все желающие пациенты. Мы планируем начать передачи где-то с 9-10 часов утра и до 10-11 вечера. Но в случае трансляции каких-то мероприятий в качестве, если там финальные матчи с участием России, то мы, может быть, продлим с учетом мнения врачей, значит, вот для части пациентов и до более позднего времени, чтобы они в полном объеме посмотрели передачи. Присматривать за болельщиками будут охранники и дежурные врачи на случай ухудшения самочувствия. Опрос в больнице показал, северодвинцам интересны биатлон, хоккей и фигурное катание. Но по просьбе пациентов в дни Олимпиады покажут и другие соревнования уже в записи. Надо наших героев посмотреть, спортсменов, кто на что способен. Желательно, чтобы больше золота было. До 7-го, если я долежу, значит, посмотрю здесь, в зале, внизу в конференц зале, да, будет. А остальное дома. Узнав о новости, пациенты говорят, теперь будут болеть не только физически, но и за наших спортсменов. Первые состязания они посмотрят 8 февраля. За золото поборются наша женская сборная по хоккею, фигуристы и биатлонисты. Марина Хохлова, Денис Богданов, Вестник Северодвинска. Закончил семестр без троек, а стипендию все равно не получил. Студентам САФУ почти на неделю задерживают деньги. В Северодвинске ссылаются на головной вуз, а в Архангельске на Московское министерство. Заплатить за учебу и общежитие, найти деньги, чтобы навестить родителей. Эти вопросы беспокоят сегодня студентов Северного Арктического федерального университета как никогда раньше. Всем им задерживают стипендию. Долгожданные деньги за январь на карточке до сих пор не поступили. С такой ситуацией мы сталкиваемся в первый раз, чтобы такая долгая задержка была. И из-за этого возникло много проблем. Мы не можем своевременно заплатить за общежитие. Вообще каждый месяц должны выплачивать до 30 числа. В январе нам стипендию задержали. Неизвестно, когда выплатят, разные сведения. Кто-то говорит, что заплатят в феврале и январскую, февральскую стипендию вместе. Слухи о такой задержке стипендии сильно преувеличены, считают в бухгалтерии. Говорят, деньги у студентов могут появиться уже к этим выходным. И как только при поступлении денежных средств, субсидии, деньги будут зачислены студентам. Все подготовлено, документы все находятся в головном институте, в ВУЗе. В самом САФУ студенты ждут,
как только так зачислят. Деньги в любом случае поступят, в обязательном порядке поступят, но с небольшой задержкой. А в главном вузе ссылаются уже на управление в столице. На официальном сайте САФУ сегодня опубликована следующая информация. Цитата. Стипендии за январь 2014 года не выплачены в связи с задержкой поступления целевой субсидии на стипендиальное обеспечение из Министерства образования и науки. Приказ Министерства финансов Российской Федерации, определяющий порядок использования собственных средств университета на выплату стипендий, в настоящее время находится на регистрации в Министерстве юстиции. Ксения и Наталья надеются, официальной информации можно верить. До выходных, говорят, денег пока хватит, но заветные 20 тысяч рублей – это вместе с социальной стипендией. На данный момент их единственный доход. Иван Шушарин, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Будьте в курсе всех событий города и области 24 часа в сутки. На 16-й кнопке в сети МТС и на 4-й в сети Ионид Телеком работает наш новый телеканал ГТРК. Настройтесь на новое телевидение. ГТРК – первый круглосуточный канал в Северодвинске. Военные ученые разработали новое дизельное топливо для применения в условиях Крайнего Севера и Арктики. Его можно использовать при температуре до минус 65 градусов Цельсия. Разработка уже прошла испытания в лабораторных условиях. Кроме того, специалисты разработали и специальные масла для арктических условий. Применяться в военной технике они будут в следующем году. А будет ли арктическая погода в нашем городе, знает ведущая рубрики «Небесная канцелярия» Алена Землякова. Погода в Северодвинске стабилизировалась. Остаток недели город проведет без резких перепадов температуры. Здравствуйте! Небесную канцелярию смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Школьники вышли на связь с руководством оборонных предприятий. Как построить карьеру в области, рассказали в режиме онлайн. В аварии пострадали люди. Четверо пассажиров автобуса госпитализированы с различными травмами. Первые из 60 юные северодвинцы победили в столичном конкурсе «Супердети». О метео и астропрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. 6 февраля, по данным ГИСметео, в Северодвинске ночью ожидается 6 градусов со знаком минус. Днем температура составит минус 5, пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и к вечеру составит 760 миллиметров ртутного столба. По словам астрологов, четверг – благоприятный день для обсуждения любых вопросов в неформальной обстановке. Вероятно, начало нового романа, в том числе и на работе. А вот с решением финансовых вопросов торопиться не стоит. Лучше сосредоточиться только на запланированных покупках. Я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего дня. До свидания. Задайте свой видеовопрос мэру Северодвинска Михаилу Гмырину. В субботу, 8 февраля, с 12 до 13 часов у гостиницы «Никольский Посад» для вас будет работать открытая камера телерадиокомпании «Северодвинск». Ответы главы города прозвучат в программе «Это актуально». Пробизнесбанк. Наши кредиты уже выбрали миллионы россиян. Теперь у нас еще проще. Кредит народный. 53-95-95. Впервые в Северодвинске 3 марта в 19 часов в ЦК ИОМ Вика Цыганова. Приходите в мой дом, мои двери открыты. Буду песни вам петь. И вином угощать. Уже сейчас вас с нетерпением ждут курорты Краснодарского края и, конечно, любимый Крым. Руса Туриста, магазин горящих путевок, ждет вас на Ломоносова 100 и Советской 58. Есть новости? Звони! Горячие линии телерадиокомпании Северодвинск 8-960-004-07-67. Билайн 8-911-5-50-30-08. МТС. Городской номер 50-30-08. Телевидение. Твоего города. Телерадиокомпания «Северодвинск». В эфире «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем.
Мягким приговором виновнику ДТП в Северодвинске возмущен лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. На основании обращения родственников он лично направил соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру с ходатайством о направлении дела на доследование. Напомним, в результате аварии 23 октября на пешеходном переходе погиб 11-летний школьник, а виновник аварии получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. О происшествиях в нашем городе смотрите в рубрике «Протокол». Три пятерки уже вступали по ходу вам, смотрите. Так точно. Руки за руку! Внимание всем подразделениям. Огонь 7, я Гомель. Передайте информацию. Ранним утром на выезде из города перекресток Архангельского шоссе и узлового проезда не поделили автобус ЛиАЗ и маршрутка с пассажирами. По предварительной информации, причиной аварии послужила невнимательность водителя маршрутного транспорта. Выезжая на Архангельское шоссе со второстепенной дороги, он не заметил Volkswagen. Там уже больше середины перекрестка проехал, а потом смотрю, Volkswagen, крафтер идет. По тормозам нажал он, короче, я хотел успеть проскочить. Удалось избежать столкновения, и получилось столкновение. Там будка такая стоит, не знаю, это самая железнодорожная, за нее не видно, она вот мешает. Постоянно эта будка, это за нее. Машина тоже белая. В результате аварии пострадали 4 человека, 3 женщины и 1 мужчина. Все госпитализированы во вторую горбольницу. Одна больная отказалась от госпитализации, она ушла домой, а трое госпитализированы. Все трое с сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей, конечностей и туловища. Состояние всех больных не тяжелое, но требует стационарного лечения. Все подробности аварии и степень вины водителя ЛиАЗа предстоит установить сотрудникам ГИБДД. А вот в центре города сегодня произошла целая череда аварий. Основная причина – несоблюдение дистанции. Впрочем, многие винят в этом погодные условия и состояние городских дорог. На кольце перекрестка проспекта Морского и улицы Карла Маркса машина пропускала пешехода и получила удар в задний бампер. Водитель бордовой Kia не успел среагировать на торможение автомобиля впереди. Стали известны причины пожара, который произошел 21 января в частном доме на улице Народной. Напомним, тогда еще недостроенное здание было серьезно повреждено огнем. В доме находилась женщина с 3 детьми, все граждане Таджикистана. Причину возгорания устанавливали северодвинские дознаватели вместе с архангельскими специалистами. То есть сбой, значит, в электросети произошел, значит, электротехническая причина. Значит, как таковое виновное лицо конкретное отсутствует. Значит, здание находилось в процессе строительства еще, значит, там проходили работы, значит, связанные с отделкой, ремонтами там и так далее. Иностранная семья выполняла внутреннюю отделку здания. Дом возводил сам собственник. Фирм-подрядчиков он не привлекал. Ущерб от возгорания серьезен, говорят пожарные, но недостаточен для возбуждения уголовного дела. Ювелирную работу провели накануне северодвинские спасатели. Помощь понадобилась Северодвинке. Она около года не снимала кольца со среднего пальца левой руки. Избавиться от украшения самостоятельно не вышло. Спасатели сняли кольца при помощи слесарного инструмента. Три пятерки уже вступали по ходу вам. Смотрите. Так точно. Руки за руку! Призеры многочисленных всероссийских конкурсов, участники полуфинала «Новой детской волны 2013» и отборочного тура детского Евровидения, а теперь еще и победители международного проекта. Юные северодвинцы из коллектива «Дети X» вернулись с очередного крупного конкурса. Первыми они стали среди 60 участников. Марина и Егор участвовали в 3-м сезоне международного проекта «Супердети». Первая пара стала по результатам зрительского голосования в интернете. Творчество северодвинских детей X оценили 3481 человек. 50 баллов дали члены жюри. Это высшая оценка. Зацепили, наверное, своей такой оригинальностью, то, что он читает рэп, а я пою. Вот. Таких там не было. Ну а песня... Какая там песня была? «Сочиняй мечты», баста. Конкурс «Супердети» проводится для создания уникальной базы данных. С помощью нее каждый ребенок сможет быть замечен продюсерами и режиссерами. Программа похожа на известную «Минуту славы». Только жюри состоит из сверстников, участников проекта. Это уже заявившие о себе достижениями в области вокала, театра и кино подростки. Так называемые эксперты. Покорить их было легко, признаются победители. Мне кажется, это легче читать рэп, чем петь.
Когда поешь, надо больше дыхания же. А рэп? Ну, то же самое почти. Но там не надо ноты протягивать, конечно. В планах у Детей X покорить детскую новую волну, а пока участники проекта разучивают новую программу, которая войдет в сольный концерт Студии X. Прильнули к экранам несколько тысяч школьников. 9-11-классники со всей области сегодня смогли пообщаться с региональными министрами и руководителями судостроительных предприятий области. Только в нашем городе видеосвязь организовали на 5 точках, чтобы ребята смогли задать вопросы о выборе будущей специальности. Только в этом классе 17-го лицея собралось около 50 северодвинских школьников. Всего на видеосвязь с областными министрами и руководителями оборонных предприятий вышли 19 районов области. Детей со всего региона пытаются привлечь к работе именно на наших заводах. Екатерина Новоселова – мама будущих выпускников, сыновья-двойняшки, но планы разные. Один хочет остаться в городе, второй – уехать в центр. Естественно, стоит вопрос, что нужно поступать в этом году, определяться, что интереснее, что им понравится, я посмотрю еще заодно. Плюс то, что востребовано на предприятии, то есть хочется это выбрать специальность, которая будет востребована. Востребованы на Севмаше и Звездочке сейчас рабочие специальности, поэтому оба завода активно сотрудничают с профучилищами. Получать деньги у учеников ПУ номер 1, 28 и 38 есть возможность уже на первом курсе. Они получают заработную плату не менее 12 тысяч рублей, обеспечиваются местом общежития. Выпускники приходят на завод с третьим разрядом по специальности. Так, например, сборщики, сварщики, электромонтажники смогут зарабатывать 30 тысяч рублей. Столько же токари и фрезеровщики. Электромонтерам и судоремонтникам в среднем платят 20 тысяч. Кстати, с 1 февраля на Севмаше заработную плату подняли на 15%. Пытались привлечь молодежь и соцпакетом, и санаториями на Черном море. Ну, скорее всего, первое – это карьерный рост. То есть, если есть возможность карьерного роста, то можно идти. Скорее всего, нужно знать, какие сейчас будут востребованы в будущем, какие работы будут востребованы. Если на заводе держится наш город, то я думаю, что большинство должны туда идти. И как бы планировал бы, если здесь оставаться и поступать куда-нибудь в СФУ, например, то на инженера, к примеру. Выпускники приходят на завод с третьим разрядом по специальности. Так, например, сборщики, сварщики, электромонтажники смогут зарабатывать 30 тысяч рублей. Столько же токари и фрезеровщики. Электромонтерам и судоремонтникам в среднем платят 20 тысяч. Кстати, с 1 февраля на Севмаше заработную плату подняли на 15%. Пытались привлечь молодежь и соцпакетом, и санаториями на Черном море. Елатомский приборный завод уже 30 лет выпускает медицинские аппараты для лечения и реабилитации в больницах и домашних условиях. В основе действия – импульсное магнитное поле. Наибольшей популярностью у населения пользуется аппарат «Алмаг». Его показания – это остеохондроз позвоночника, артриты, артрозы различных суставов, последствия травм, варикозная болезнь, тромбофлебиты и даже трофические язвы, гипертоническая болезнь и многое-многое другое. Бегущие магнитные импульсы глубоко проникают в ткани, помогая снять отечность, воспаление и боль. Прибор МАВИТ воздействует сразу тремя факторами – магнитным полем, вибрацией и теплом. И разработан специально для мужчин. Его показания – хронический простатит, аденомы предстательной железы первой и второй степени, а также он улучшает потенцию и качество жизни каждого мужчины. Спешите приобрести аппараты Елатомского приборного завода по специальной экономной цене с 6 по 8 февраля в аптеках Поморья номер 11 на улице Индустриальной 49/24 и номер 150 на Московском проспекте 38. Модельное агентство Ольги Стахеевой и Северодвинский дворец молодежи «Строитель» 9 февраля проводят отборочный кастинг на конкурс красоты и талантов «Мини-мисс Северодвинск». Кастинг пройдет в двух возрастных категориях с 6 до 8 лет в 16 часов, с 9 до 12 лет в 17:30. Будем рады видеть юных участниц на нашей сцене. Обращаться по телефонам 8 960 011 89 20, 8 902 190 06-36, 8-952-253-82-86. Есть новости? Звони! Горячие линии телерадиокомпании «Северодвинск» 8-960-004-07-67, Билайн 8-911-5-50-30-08, МТС, городской номер 50-30-08. Телевидение твоего города. Телерадиокомпания «Северодвинск».
Вестник Северодвинска о спорте. Продолжаются групповые баталии чемпионата города по волейболу среди мужских команд. В прошедшие дни были сыграны 4 матча. Несколько коллективов обеспечили досрочный выход в 1/8 финала. В нынешнем сезоне борьбу за 8 путевок. Следующий этап турнира ведут 16 волейбольных команд из 4 групп. Признанные фавориты «Строитель Севмаш» и «Звездочка» уже вышли в следующий этап. А в «Фокс-стадионе Север» за одну из путевок сразились команды «Авторитет» и «Севмаш-2». Первую партию со счетом 25-19 выиграли севмашевцы. Второй сет с таким же результатом остался за волейболистами в красной форме. Наиболее упорной выдалась третья партия. 25-21 «Авторитеты» повели в матче. В четвертом сете на результат встречи повлиял настрой одной из команд. «Авторитет» боролся за каждый розыгрыш мяча. Хорошая игра волейболистов на блоке и в атаке поставила в тупик игроков «Севмаша». 25-14 в сете, 3-1 по партиям, «Авторитет» выходит из группы. Сегодня у нас игра ладилась, сегодня у нас все получалось. Мы опять участники, значит, чемпионата города Северодвинска, опять же. Тем же составом мы играем. Вот. Ну, мы молодцы. Не хотело, может быть, сыгранности. У нас тут двое новых молодых игроков. Немножко где-то не довели. А ребята сегодня, ну, действительно хорошо собрались. Хорошо поиграли. Ребята молодцы. Поздравляю их с победой. Но мы надеемся, что у нас еще одна игра впереди. Надеемся выйти из группы. В оставшихся матчах «Севмаш» обыграл Dream Team 3-0. С таким же счетом «Ресурс» стал сильнее «Основы». И «Океан» победил «Смену». Групповые баталии будут проходить до 10 февраля. Константин Мухин, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска. А на сегодня это все новости. Обо всем интересном, что происходит рядом, пишите нам. Телефон для сообщений 8-911-550-3008 или звоните номер 50-3008. А я напоминаю, наши новости вы можете смотреть на канале «Звезда» и на первом круглосуточном телеканале Северодвинска ГТРК. Я с вами прощаюсь, смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Спонсор прогноза погоды – мебельная компания «Милани». Компания «Милани» – мебель по-итальянски, изящная и функциональная мебель премиум-класса. Это сочетание новых технологий и давних сицилийских традиций, соответствие европейскому стилю, высокое качество материалов, неповторимый дизайн. «Милани» – это ваш выбор. В четверг, 6 февраля, в Северодвинске ожидается ветер юго-восточный умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать и к вечеру составит 760 миллиметров ртутного столба. Пасмурно, небольшой снег. Тип погоды второй благоприятный. Температура ночью около 4 градусов мороза, днем от минус 4 до 6. Спонсор прогноза погоды – мебельная компания «Милани». «Милани» – мебель по-итальянски. Изящная и функциональная мебель премиум-класса. «Милани» – это ваш выбор. Thank you.